Как показали проведенные опросы, с новшествами земельного кодекса не были ознакомлены должным образом не только сельские жители, но и горожане. Отсюда и возникло непонимание сути вопроса, говорит общественный деятель Алмаз Абсадык. Временная остановка ввода некоторых норм земельного кодекса поможет казахстанцам вникнуть в предложенные нововведения. У этого моратория какой смысл? Во-первых, объявлением этого моратория президент показал, что он вместе с народом. Во-вторых, мораторием глава государства показал, что он поддерживает ценности демократии. В-третьих, это свидетельствует о том, что в нашей стране выполняются те требования, которые указаны в плане нации. 100 конкретных шагов. В частности, в одном из пунктов говорится о том, что правительство должно работать открыто, считаясь мнением народа.